И в завершении выпуска немного о спорте. Проверяют технику, оттачивают мастерство пилотирования, навигации и действия в нештатной ситуации. Сегодня боевые экипажи команды КАМАЗ-Мастер, которые примут участие в грядущих ралли-рейдах «Африка Рейс» и «Дакар-2015», находятся в Калмыкии. Накануне они преодолели тренировочный маршрут «Волгоград» и «Листа». А завтра продолжат работу в Астрахани. Тестировать машины в условиях российского бездорожья челнинские гонщики будут еще 2 дня. Окончательная доводка и настройка машин, подвески, двигателей. И после этого чуть меньше месяца команда будет находиться здесь у нас в центре. Окончательные завершающие работы – собрать запчасти, скомплектовать. До отправки машин на Дакар осталось чуть больше месяца. В отличие от самих гонщиков, техника покидает родные места намного раньше. 9 ноября они выдвинутся в сторону Франции, потом по океану их доставят в Южную Америку, а экипажи КАМАЗ-Мастера в Буэнос-Айрес отправятся в конце декабря самолетом. Старт ралли-рейда «Дакар-2015» намечен на 4 января.